Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре покажу проекты, где мы уже сможем выводить свои денежные средства, которые заработали, и распоряжаться им как угодно. У всех этих проектов одно направление, всем известное, это майнинг. И первый сегодня проект, который я вам покажу, это Omega Network. Мы просто скачиваем вот это вот приложение, ссылочка обязательно будет как под видеообзором, так и в моем телеграм-канале, детально расписан про этот пост. И да, забыл сказать, сегодня уже 20 число, а листинг этой монеты обещают 27 числа, и на момент листинга эта монета будет стоить 11 центов. Вы просто скачиваете, вводите подарочный код при регистрации, оно дает вам некое улучшение к заработку. Мы можем видеть, вот здесь вот у нас есть количество монет, сколько мы зарабатываем в час. Введя этот промокод, вы получите уже больше, у вас тут будет около 0.0001, а когда введете, у вас будет больше. Это что касается вот этого вот проекта. У нас есть пока возможность здесь заработать. Это не обозначает, что у нас осталось 7 дней и дальше мы не сможем зарабатывать. Сможем. И все, что у нас требуется в этом проекте, просто заходить ежедневно в одно и то же самое время и нажимать на одну единственную кнопку без реклам назойливых. Далее у нас проект всем известный Wild Cash. Этот проект у нас уже более интересный. Чем он интереснее? Здесь мы можем проходить некие квизы на ихние монетки, вот как вы можете видеть сверху хук. Далее мы конвертируем их на BUSD. Далее у нас здесь есть вот во вкладке этой есть тикеты. Мы тут отвечаем на вопросы, нажимаем collect ticket, отвечаем на вопросы и нам дают один некий купон. И к примеру 50 тысяч участников, это я образно говорю, участвуют в этих квизах. И повезет, и ваш тикет станет один из вот этих тысячных, то есть вы получите от всего призового пула эти монеты. В разделе майнинг мы нажимаем каждые 24 часа на кнопочку и проходим рекапчу. После того, как прошли капчу, нажимаем таб по экрану. Сейчас у нас вылезет опрос некий, который мы должны пройти его в течение 20 секунд, ответивший на вопрос. У нас есть две попытки. Если вы не угадываете, либо не отвечаете, просто у нас есть еще один шанс. И отвечаем тут футбол. Все. После того, как мы правильно ответили, у нас вот такой вот ключик. Нажимаем Go Mining. Дабы запустить вот эту кирку после того, как мы ответили на опрос, нажимаем еще раз по кнопке Tab. У нас здесь будет кирка и вагонетка не прокачанная. Вот эти вот NFT. Мы просто на них нажимаем. У вас тут, к примеру, будет с самого начала там около 12 тысяч в 24 часа. А в кирке вот этой 1 секунда. Но больше прокачивать, чем 2, я не вижу смысла. Минималка здесь 800 тысяч вот этих вот монет сверху. Далее в раздел Wallet мы можем зайти, пока у нас собирается вот эти вот 800 тысяч, кинуть их на стейкинг. Стейкинг здесь у нас около 4%. И вот тут у нас показывается, сколько мы насобирали голд вот этих вот монет. Далее мы нажимаем Max и стейкаем их. И далее мы можем видеть, сколько у меня уже насобиралось. 2630. Мы можем в любой момент от любой суммы кинуть стейкинг, так и забрать его в любой момент. Нажимаем withdraw now. Все, все средства, которые мы выводили, у нас они поступили на баланс. Мы можем их вывести. Вывести как? Вот возле голда у нас есть кнопочка exchange. Мы нажимаем на exchange, нажимаем max и submit. После саммита у нас переводятся они в USGT. Чтобы конвертировать нам в BUSD, нажимаем Swap Transfer. Далее выбираем здесь Max и у нас показывается, сколько мы получим денежных средств за 800 вот этих вот токен. То есть вот эти вот голды к вот этой вот монете, они один к одному. И после того, как мы уже увидели, появились здесь у нас BUSD, мы нажимаем Withdraw Binance Chain. Здесь у нас будет показано, сколько у нас BUSD, вставляем адрес. Подтверждаем свою почту, вводим сначала сюда почту, далее подтверждаем ее, то есть приходит нам код. И все, выводится оно буквально в течение пару часов. И конечно же, дорогие друзья, подписываемся на мой телеграм-канал. Здесь будут NFT, вайт-листы, раздачи быстрые, которые здесь зашли, здесь заработали. Обязательно обращаем внимание на закрепленные сообщения. Здесь есть моя почта. Если вы столкнулись с какой-либо проблемой, можете мне написать, дабы решить эту проблему вместе. Еще в закрепленных сообщениях есть проекты на пассиве, где мы установили и забыли, а нам капают денежные средства. Потом в течение месяца мы просто заходим и выводим.
Никакой, в принципе, таковой активности там не требуется. И мой топ проектов по майнингу после заработка на пассиве. Здесь есть все майнинги, которые сейчас я испытываю. Дальше мой топ только будет увеличиваться все больше и больше. Те проекты, которые уже не актуальны, я буду, конечно же, убирать со своего вот этого вот списка. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой YouTube канал, кто не подписан. Ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать вот такие вот данные видеообзоры о заработке в интернете. Всем до скорых встреч!